Друзья, всем привет! Что ж, очередная серия на каналчике. И в этой серии мы будем готовить, подготавливать мою жигу к все по классике. Да, я подал заявку на участие в дрифте, и меня пропустили. Моя семерочка здесь уже стоит довольно-таки так давно. Уже немножко даже ржи покрылась. Но, тем не менее, тачку нужно немножко подготовить, чтобы ничего меня не алтрыгнуло. Плюс установить пару датчиков и непосредственно подготовить к регламенту данного мероприятия, чтобы я смог пройти техничку. Самое, что критичное на данный момент из регламента, это то, что у меня нету в машине заднего фаервола и нету огнетушителя. Это две самые серьезные проблемы, которые мне нужно постараться как-то за неделю устранить, потому что сегодня у нас уже 19 число. Да, 19 число. А мероприятие у нас 24-го. Также, как я сказал, я прикупил пару датчиков. Это DeFi A1 на температуру воды и на давку масла. Потому что, насколько вы помните, у меня машина Рива. Суть в чем, что когда я подключал сюда инжектор, я брал провода от инжектора. Естественно, распиновка не подошла, и у меня в итоге работает только спидометр, как бы, ничего хорошего, но в итоге нужно поставить два датчика, сделать фаервол и установить огнетушитель. Ну и вот вам, в принципе, банальный ответ. Он не подойдет в стандартную систему, потому что здесь штуцер у нас гораздо тоньше, нежели здесь. Поэтому, датчик давления масла я, к сожалению, не подключу. Естественно, сразу я посмотрел на датчик охлаждающей жидкости. Вон он. У нас он по размеру, к сожалению, тоже не совпадает. Но также, когда покупал газ, случайно сказал, что дайте-ка мне переходничок на датчик. Мне дали вот такую тененькую трубочку, так что датчик охлаждайки у меня, к счастью, все-таки будет. Хоть буду видеть, насколько мы будем греться, когда будем и ехать в Москву, и, в принципе, когда буду уже на самой площадке. Осталось определиться, куда его здесь непосредственно мне засунуть, потому что у меня тут тоже есть свои приколюхи. Чтобы не соврать, примерно вот с прошлой вот секунды прошло где-то часа два, и я, короче, разобрался со системой охлаждения. Теперь это выглядит вот так вот. Тоже, конечно, ни хрена, так скажем, красиво, но зато теперь у меня нету термостата и двух лишних патрубков. Но есть один нюанс. К сожалению, прямых вот таких вот отводов у нас нет. Поэтому будет завтра, сделаю точнее уже примерно вот так вот, только будет гораздо меньше. И вот эту часть просто банально заварю, то есть сделаю такую заглушку. Я все-таки вкорячил вот эту хрень. Теперь можно вкрутить наконец-то заветный датчик и начать раскидывать все-таки провода под этот датчик. Вот открываем бардачок. Волшебный бардачок технический. Что ж, первый датчик на месте, точнее его расположение. А тем временем я уже дособирал под капотку, сейчас накину бампер, фару, капот. Вот, и в принципе завтра буду уже заливать охлаждающей жидкости, проверять датчик в деле, потому что сегодня уже начинает темнеть, меня жрут комары, потому что у нас тут лес, грубо сказать, рядом. Вот, и не забудь сделать заглушку вот сюда вот. Так, друзья, что же, день второй. Продолжаем заниматься подключением датчика. И надеюсь, сегодня успею сделать фаервол. Буду его делать из листа ПВХ пластика, без мягкого. Вот, и картонка мне нужна, чтобы правильно вырезать под арки. Красиво все это листом закрыть. На работе сделал вот такую заглушку из обычной трубы, которая мне здесь стояла. Она будет у меня вот здесь вот так вот стоять. С
Согласен, колхоз полный, но тем не менее работать, думаю, будет. Так, что, продолжаем. Так, что, короче, с подключением разобрался, пока вот так вот колхозненько, чисто чтобы настроить датчик. И спасибо видео от AGS, как настроить полностью датчик, подсветку и как бы warning зоны. То есть вот обалденный видос, больше ничего сказать не могу, поэтому сейчас быстренько настрою, зафиксирую. Так, что, какой будем цвет выбирать? Ух, прикольно. Ой, прям красный-красный, зеленый, синий. Пока оставлю, наверное, вот такой вот, голубой. Машина у меня синяя. Оставлю голубой, если что, потом поменяю. Так что ж, датчик все-таки я переподключил. Плюс соединение обмотал фумкой, чтобы уж точно не потекло. Время настало все это проверить. Ну что, дамы и господа, с Богом. Надеюсь, у меня там еще бензин остался. С полпна, да ты моя сладкая. У-ху! Так, ну что, все внимание на датчик, будет расти, не будет. Опасно, слишком близко крутится, но работает без проблем. Мне главное, чтобы заработал датчик охлаждающий, как маленький ребенок, честное слово. Когда долго не заводил машину, с нее выходит весь конденсат. Также до сих пор еще выходят пузырики. Что у нас там по температуре? О, ништяк! Блин, вы просто не представляете, для меня электрика — это вот полная тьма. То есть я могу заблудиться в трех проводах. Поэтому когда вот так вот, это очень здорово на самом деле. Уже растет, мне это нравится. Конечно, я вот представьте, вот есть такая площадка, просто кайф. Есть корч. А навалить нельзя, потому что территория охраняемая, везде камеры, меня могут за это очень сильно наказать. А так хочется, просто пиздец. Ну ничего, я думаю, мы свое еще покажем. Единственное, которую еще причину нашел, из-под головки немножко поддавливает масло. Где и была причина вот эта вот, с которой я парился зимой. Вот, пожалуйста, тачка снова постояла и... те же проблемы. Все-таки жалко, что на эти двигателя уже не делают нормальные запчасти. Те же вот прокладки, к примеру, да, вот. Не получается и все. Точнее, может быть, у ребят и получается, но сама суть то, что вот прокладка новая, все равно подтекает. Может быть, уже усталость металлов, может быть, что-то еще. Но факт в том, что, к сожалению, масло у меня течет в том же самом месте. Ай-яй-яй-яй, какая тут грусть, печаль, господи, я и забыл. Это, кстати, от удара тогда у меня, когда колесо оторвалось вместе с проставкой, и был удар под этот, до сих пор так и не сделал. Ну ничего, со временем все будет. Что временно, то постоянно. Красота. Фаервол закончил, это теперь выглядит вот такой вот стенкой. В принципе, прикольно, думал, получится хуже. Что ж, друзья, дождик у нас почти закончился, поэтому сейчас быстро накидываю головку и начинаю выдвигаться, потому что времени остается просто в обрез. Да, не спорю, в этом месте я промазал герметиком, чтобы уж наверняка, потому что у меня здесь тогда ремонтировали ухо, и здесь ремонтировали ухо, вот сегодняшнее. Чтобы обезопаситься, да, я промазал герметиком. Теперь осталось мне заменить колеса. Вот, вы сейчас еще увидите цвет 14-х дисков. Вы себе просто не представляете. Опа. Двухсоставные, то есть здесь один цвет, здесь другой цвет. Ха! Да, думали, я его сразу вам покажу. Не, покажу я его вам на ивенте непосредственно. Уже, когда тачка будет там.
друзья, выехал на М5. Машина показывает себя пока без каких-либо проблем. Температура в норме. Один раз только поднялась до где-то 75 градусов, когда стоял в пробке. Сейчас он в дальнейшем без нареканий. Скорость 80 я не превышаю, потому что у меня заварка начинает жопу это подзакидывать. Ну, кто на заварке ездит, тот знает. Я почти уже добрался. А вот что-то впереди виднеется. Блин. Именно... Ехать знаешь куда? Нет, впервые. Прямо, поворот налево, направо и в зеленый. Я уже заблудился. Еще раз, прямо. Прямо? Ну, вот по этой вот дороге прямо. Ага. Там поворот налево будет небольшой, направо. И в зеленые ворота заезжаешь справа, сетка. Угу. Хорошо, да, думаю, и наверное. И там тебя направят. Хорошо, спасибо. Как тут круто, вы не представляете. Добрый день. Добрый день. Вот к мальчику в костюме маляра. Хорошо. Добрый день, здравствуйте. Потихоньку по трассе, не виляя, не дрифти. Там встанешь за машинами и все, и ждешь. Хорошо. Мы на треке, ребята, мы на треке. Ништяк. Я впервые на таком мероприятии, поэтому я думаю, кто сюда впервые приезжал, ну не именно сюда, а вообще участвовать на соревнования, испытывает такие эмоции, которые испытываю сейчас я. Это нужно просто испытать. Я не могу это передать. Но это просто круть, вы не представляете. Заехал уже на сам трек, тут такие машинки хорошие. Вон там лухари лакшери такое. Тут боевые прям корчи, там вообще на каркасе. Вот. Сейчас жду, пока парни это все расставят. Потом будут ставить уже меня, показывать точнее, куда мне нужно будет встать. А я еще хотел позже гораздо приехать. Вот, но тем не менее, ребята начинают выставлять свои машины. Цвет, естественно, пока не показываю, потому что диски. Там тачки, он много машин на самом деле завозит на эвакуаторах. Походу ребята по сухому заезжают, потому что там я смотрю и Марк, там или Супра, или что-то еще. Там вообще Sky 2000 заезжает, капец. Да-да. Ну-ка, да, я угадал, это Супра новая. Это, скорее всего, Sidemaster. Да-да-да, смотрите, это они. Ух, он просто великолепный, вы не представляете, он просто великолепный. А вот ребята из Sidemaster подкатили, поставили свои три брички. Sumpra, Sky и Марк, если не ошибаюсь, сотик. Я в марках не шарю, сразу говорю. Покажу поближе, пока есть возможность, потому что завтра ажиотаж будет бешеный. Ну ладно. Эх, дедушка всех скайлайнов. Да. Пластик. Здесь ребята полноценно на спонсорах, полноценно дрифтовые, то есть участвуют прям. Ну не мне вам рассказывать, можете забить Sidemasters и все вам интернет расскажет. А данную жигу, я думаю, много все видели. Много, точнее, кто видел на фотографиях, может быть, кто в жизни уже видел. Но тем не менее покажу своим ребятам, которые сидят в Воронежской области, что за жига. Да. Чтобы вы понимали, она мне почти по пояс, точнее, почти по грудь. Если она еще будет дрифтить, будет вообще топ. А я еще на свою машину жалуюсь. Завод будет делать. Еще одно слово, блядь, скажи, нахуй, пизда, блядь. Хейтеру привет, блядь. Слышь, дай, дай, вот так закинешь. Как раз 500, блядь, что у тебя здесь? Вот так. О, ништяк. Еще и подсадь, ключ. А, то есть ты реально отверткой ее заводишь? Ебаная мама. А, еще и сидуха не держится. Там пол на досы. В общем, я стоял не на той площадке. Там все-таки выставочная зона машин будет. Данная территория для ребят, кто гоняет по мокрому. Всего, как мне сказали, 25 машин на сессию, то есть всего 3 сессии, утренняя, дневная и вечерняя, по 25 машин, всего 75 машин будет, чтобы ребята могли накататься, потому что был момент, что, как парни сказали, в час можно было проехать 1-2 раза, то есть машин было очень много, поэтому сделали ограничения. Вот такая вот просто лично для меня неебейшая площадка. Я по-другому это не могу сказать. Она просто, вы посмотрите, тут прям класс.
Прям очень классно. Я не представляю, какой конфиг будет. Никто не знает. И организаторы, по крайней мере, не говорят. Сейчас вам трассу немножко покажу. Ну, асфальт класс. Я сейчас пока по Москве ехал, попробовал раздать по вот именно вот данному покрытию, потому что шел ливень. У меня жига спокойно на третий идет. То есть меня радует. При том, что у меня сзади накачано 2,2. Можно будет поднакачать, она будет идти еще легче. Что ж, оставил машину на треке. Теперь иду отдыхать, потому что время уже 12 ночи. Вот, а завтра, получается, можно немножко поспать, потому что сессия все равно вечерняя. Но, как обычно, нам не до сна, вы же сами понимаете. А тут у нас бышка заезжает. Вот, поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилась все-таки на самом деле серия. Я очень старался успеть. Короче, тачка на автодроме, я счастлив. Пока-пока.